Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи – художник света, писал Репин в 1913 году. «Одни способны написать даже грязь на дороге, но разве в этом реализм?» – говорил Куинджи, изучая свет луны. Куинджи называли певцом просторов и света. Он вернул пейзажу восторженное чувство красоты и необычайности мира. В зрелости художник был признанным мастером так называемого философского пейзажа. Пытаясь постигнуть в своих работах конечный смысл вещей, он экспериментировал с красками и формами и добивался своего собственного, отличного от других художников стиля. Полотно «Солнечные пятна на инее» ярко иллюстрирует творчество художника. Это яркий и выразительный пример типично русского импрессионизма. Северная российская природа, отсутствие кричащих тропических красок и особое, неповторимое ощущение покоя. Спокойствие, которым просто веет от полотна, вот чем отличается эта картина от родственных ей образцов в том же живописном жанре. Декоративные находки в живописи Куинджи были связаны с его исследованием пленэра зимней природы. Пятна света на крыше хат, солнечные пятна на инее. В этих работах реальный эффект засыпанного снегом леса и цветных теней был достигнут мягким извилистым очерком. В них реальный эффект заснеженного леса, пушистых сугробов, цветных теней используется художником для обтекаемого рисунка и формирования цветового тона. Вершина этих находок была маленькая картина «Пятна лунного света в лесу. Зима». Здесь природа высвечена неземным сиянием, впечатление, являющееся результатом усиленной яркости естественного лунного света, который, кажется, смешивает огни двух миров – реального лунного и нереального, словно явившегося из некоего космического источника. Этот музыкальный декоративный образ зимы вымышлен и сказочен, формы деревьев обобщены. Они являют как бы земной вариант кучевых облаков.
Композиционно картина «Солнечные пятна на инии» построена так, что зритель ощущает себя находящимся на небольшой полянке или прогалине в гуще зимнего леса. Это впечатление создается благодаря расположению деревьев в снегу. Они словно обрамляют полотно по сторонам. На переднем плане оказывается открытое пространство, заполненное пятнами солнечного света. А дальше взгляд зрителя упирается в наглухо заснеженные, просто засыпанные снегом по самую макушку, невысокие деревья. Вдали в сизоватой дымке угадывается продолжение леса, который становится очень густым. Оттенок, которым его изобразил художник, перекликается с цветом неба, высоким и чистым, но с характерным для зимы свинцовым оттенком. Ему еще очень долго ждать до появления настоящей голубизны.